Всем привет, дорогие зрители и подписчики. Мы по-прежнему в Мордуме. Через месяц, целый месяц, мы с командой обсуждали планы нападения на кого. Я уже даже забыл, на кого. Целый месяц я не выкладывал видосы и сразу говорю: ребятки, извините. Ну, так вот получается. Работа, пьянки. Потом снова пьянки, потом снова работа. И вот так вот мой канал потихоньку загибается с этими всеми работами и пьянками, само собой. Не берите с меня пример, само собой. Конечно же, был хороший канал, сейчас немножко спускается. Но я надеюсь, это просто такой период в жизни. Я его преодолею. Вот так вот. Спасибо, кстати, за ваши комментарии. Но я их тоже не читал практически. Прочел только последний. Один человек сказал: работай, дружище. Игры — это все успеется. Спасибо тебе, братишка, если ты еще не отписался от меня. Вот. Что ж, погнали. Давайте нападать. Я буду бороться с пылающим легионом до последнего вздоха. Само собой, я свершу месть. Вот поэтому демоны легиона нас и боятся. Мы умеем обращать их тайны против них самих и при этом становиться сильнее. Быстрее, Сквернич. Научи нас тому, что тебе удалось узнать. А, да, мы получили навык в прошлой серии. Какой, правда, я не помню. Пронзительный взгляд или поглощение магии. Вот, надо их обучить. Не помню. Или вот этот вот. Призрачное зрение. Ну, на, учу вас всех. Если суждено, умри с честью. Алари обучена. Слезем пока. Алари. Блин, как я обожаю эту эльфийку. Жаль, она не настоящая. Какая у нее коса. Какие сексуальные рожки. Ай-яй-яй. Ладно. Бррр. Что со мной? Азерот должен выстоять. Для нас главное заполучить саргеритовый ключ. Пора зачистить склоны и отправиться наверх на флагман Тираны. А, Тирану надо убить. Точно. Алари, слушай внимательно, что я узнал. Демоническая энергия. Я чувствую, что стало сильнее. Ну, я именно здесь для этого, чтобы ты стала сильнее. И вы все. Мы последняя преграда на пути легиона. Кайн, я открою тебе секреты демонов, которые стали мне известны. Сила струится по моим венам, изменяет мое тело. Мы последняя преграда на пути легиона. Корвас. Если бы не нападение на черный храм, я бы тут осталась подольше. Здесь столько демонов. А, я бы тоже мочил бы и мочил бы, как в линейке. Без остановки фармил бы. Ты готова поставить тайный легион? Постичь. Я могла бы сокрушить легион в одиночку. Что-то они все спиной ко мне, но я должен здесь стоять. Мы последняя преграда на пути легиона. Не знаю, как ты, но я готова на все, чтобы выжить. Нам нужны новые силы. Слушай внимательно, учись. Еще. Я хочу еще. Еще хочешь? Блин, ненасытная. А ты, мини-трель, хочешь узнать? Должен выстоять. Наверное, это к лучшему, что я остаюсь здесь. На опорном пункте. Я еще не оправился от ран, которые получил во время своего заточения. Этот мир переполняет демоническая энергия. Из-за нее я с трудом сдерживаю в себе энергию скверны. А, ты у нас наркоман. Ясно, подсел на энергию скверны. Бедняга. Манитрель, готовься, я собираюсь наделить тебя тайными силами легиона. Блин, может, ему не стоит этого знать? Помни,
Как думаете? Нет ничего важнее уничтожения Легиона. Согласен, брат, согласен. Не, вроде живой. Лады. Я пожертвовал всем. А какова была твоя плата? Я свершу месть. Вот моя плата. Это моя вина, Афраксат. Минитрель и до этого был на грань... А, так он помер просто, Бак. Он должен был помереть. Это я помню. Вон, наверное, его труп валяется. Еще посмотрим. Это моя вина. Фраксат, Минитрель до этого был на грани. В этой бесконечной битве нам всем нужно научиться управлять потоками скверны, которая нас пропитала. Может быть, тебе пока не стоит раскрывать новые знания остальным? Нам нельзя терять бойцов. Я полностью с тобой согласен, Каин. На крыльях сквернотопыря, подождите. Смерть. Это он валяется или кто это валяется? А, не, это просто охотник на демонов. Не, я помню, что вот Минитрель должен был умереть. Вот как этот сервис. Сервис, точнее. Ладно, погнали. Азерот должен выстоять. Час настал, мы нанесли войскам Легиона сокрушительный удар, от которого они не смогут оправиться. Быстрее поднимайся на флагманский корабль, нас ждет бой с тираной. Седлайте нетопырей, вперед! Седлать нетопыря? Блин, а где? Надо было прочитать, где его седлать. Предположу, что где-то там. А, ну точно. Я с этими богованными не полечу. Улетайте нахрен подальше. Мы последняя преграда на пути Легиона. Я поймала несколько сквернотопырей, Скверныч. Используй их, когда решишь атаковать флагман Легиона. Изаль, я возьму одного из твоих сквернотопырей. Мы наконец отправляемся за тем, зачем сюда пришли. Удачи вам. Я отправлю остальных на молот Скверн. А я не забагован, к счастью. Молот скверный. Постараюсь, кстати, сегодня записать побольше видосов, чтобы выкладывать их, но... Не обещаю. Может, два точно запишу. А больше посмотрим. Хоть на неделе будет, что вам выложить. Иллидан направляет нас. Чувствуешь ее мощь? Чтобы одолеть королеву, нам потребовалось атаковать ее всеми силами. И все же, думаю, я лучше расчищу нам путь к отступлению. Блин, я вот все хочу скачать мой любимый мод для Вовки. Storyline называется. Ну, если вы не смотрели мое прохождение Легиона на Офи, на официальном сервере, то вы не знаете, что за Storyline. Ну, это такого рода подача квестов. Большое окошко с большими буквами, и еще персонажи друг с другом типа общаются, нарисованные в этом окошке. Хочу все скачать, да лень. Лень, блин. Ёпрасоте. Что со мной? Разленился совсем. Скерныч, королева стаи тирана впереди в главном зале. Саргритовый ключ у нее. Остальные уже вступили в бой. Наконец-то нам достанется то, ради чего мы принесли столько жертв. Убейте королеву стаи тирану и завладейте Саргритовым ключом. Затем присоединитесь к остальным в зале портала. 466 500 опыта. Я дождусь остальных и займусь порталом в черный храм. Поторопись, Каин уже вступил в бой с тираном. Окей, тороплюсь. О, я помню. Помню, молот скверны. Нужно подойти поближе. Валим эту тварь. Не могу достать. Так, я не понял, а что это я не могу достать? Что происходит? А, все, достаю.
только больно не бейся, а, королева. Давайте-ка форму примем. Как мне нравится эта хрень сюда. Собираем души, или что это мы тут собираем? Так, надо выходить. Правильно? Не могу достать. Ай, мне нужна хилочка. Но они быстро умирают. Мне даже не страшно, я не боюсь. От каждого убитого поступает хилочка. Это прекрасно. Кстати же, рядом. Владыка Саргерас, нет! Владыка Саргерас, нет! Да! Чё вы от меня хотите? Чтоб я пауков убил? Ну, давай. Слишком далеко. Почему далеко? Что происходит? Не смей боговаться! А, нет. Да. Мне туда, наверное. Куда-то вниз. Точно. Здрасте. Как ваши дела тут? Тебе удалось прорваться. Да, удалось, а ты кто? Беллак, клинок рассвета. Аша, воронье песнь. Никто не устоит перед моими чарами! Да что ты говоришь? Владыка Иллидан направляет. Ключ. Ты готов, Скверныч? Саргеритовый ключ у нас. Теперь, когда ключ у нас, осталось сделать только одно. О, шляпу дают завершить. Ливать надо отсюда, да? Дай-ка я напялю шляпу. Норм, шляпа сойдет. Все, ливаем. Не понял. Что ты от меня хочешь? Здравствуйте, Скверныч. Что происходит? Блин, что за баги? Или я должен был что-то нажать, или чего, блин? Ну, портал... А, просто зайти? Нет. Просто зайти не получится. Да чтоб тебя. Почему я в портал не могу зайти, блин, гребаные баги? Дайте мне выбраться из этой локации, блин, наконец-то и в мир попасть. Мир Азерота. Печалька. Я, наверное, опять туплю, как в прошлой серии, да, ребятки? Скорее всего. Заданий нет. Почему нету заданий? Может, туда прыгнуть там? Хрен тебе. Или тут нажать на что-то надо? Что-то должно быть нарисовано. Нужно подойти поближе. Да блин, ну что за хренотня? Опять квест отменять и заново делать. Наверное, надо было первым нажать, прежде чем все прыгнут, да? Да. А что тут отменять? Я уже ничего не отменю. У меня нет квестов. Я уже сдал квест. Может, телепорт какой есть, камешек какой-нибудь. Во. Возвращает вас в зону Молот Скверны. Пункт назначения определяется тем, в какой таверне вы остановились. Сейчас воспользуемся этим, если я не одуплю, как отсюда. Потому что сюжетка должна продолжиться, я вам так скажу.
Посмотрите, ну, прохождение именно за Demon Hunter, у меня есть на канале на Офи. Сюжетка должна продолжиться, я просто не хочу, если я сейчас нажму телепортировать куда-нибудь уже в Долоран, где Молот Скверный рядышком находится, ну, портал у него, то это печалька. Значит, мы не досмотрим стартовую сюжетку Demon Hunter в данном прохождении. Ну чего ты, блин, не заходишь в портал? Ребят, реализовали бы портал. И, кстати, катсцену пропустим с Карданой. Ладно, жмем. Смотрим, что будет. Да. И с Карданой, с Иллиданом, поимка Иллидана. Но я так расскажу тогда, раз уж такие дела. Если не захотите посмотреть то прохождение на Офи, где нет никаких багов. Подождите-ка. Секундочку. Нет, это не то, что я подумал. Ладно, пробуем по новой. Надо сразу нажимать. Попробую сразу нажать, до того, как все телепортируют. Слишком далеко. Угощение ждет тебя. Не могу достать. Да, ладно. Нет цели. Нужно подойти поближе. Слишком далеко. Мне нужна цель. Кардана. Здравствуй. Пора умирать. Фу ты, Кардана. Какая Кардана? Королева стаи и тирана. Тирана Кардана. Давай, Кардана. Не могу достать. Тирана, блин, что со мной? Меня просто бесит, когда начинает повторяться то, что я уже прошел, и мозг просто зацикливается. Да умри ты уже, давай. Все, хорош. Нет! Так, быстро валим. Я должен первый зайти в этот портал. Как-то можно обойти этот баг, я так понимаю. Просто, блин, я туда немножко пришел или что? Фея. Тебе удалось. Да, мы уже разговаривали. Азерот должен выстоять. Продолжить. Возвращение в Черный храм. Погнали. Ну, жму. А, вот. Саргивитовый ключ вставили. Никто не устоит перед моими чарами. Как только вы используете саргивитовый ключ, портал Скверный наполняется сверхъестественной энергией. Настало время для триумфального возвращения в Черный храм, где вы поможете владыке Иллидану отбросить захватчиков из Азерота и Шатрата. Да-да-да, кстати. Иллидан же в дополнении Burning Crusade отбивался от нас, игроков. А мы в это время, получается, добывали саргиритовый ключ для него, чтобы победить легион, там что-то бла-бла-бла. Вот. Возвращаемся. Посмотрим, победили ли игроки Иллидана или нет в Burning Crusade. Нет. Владыка Иллидан повержен. Иллидари, отомстим за него. Он отметил вас знаком Скверны.
Кровь демона в ваших жилах станет для вас приговором! В казематы их! Пусть гниют там с предателем вечно! Это времена Burning Crusade, это еще не этот легион, в котором мы будем играть. Не это нападение легиона. Так что, по сути, мы сейчас играли в ВК. Пришло, Кардана. Впусти нас внутрь. Ану, Дорини Тала. Нашел нас! Сестры, защищайте Маев, казематы! Блин! Не Кардана, а Маев. Леди Маев, вы нужны нам! Сперва я должна кое-что сделать. Элидари, тысячи лет я оберегала этот мир от сил зла. Меня утешала мысль, что нашему миру не угрожают слуги предателя, такие как ты. Но ради Азерота я готова на все! Даже дать тебе свободу. Нам нужны охотники на демонов. А во времена БК она об этом не знала, видимо, что нужны. Такс. Ох. Ну, на самом деле, нормально все-таки работает. Правда, ну, если будете играть на этом сервере за Demon Hunter, запомните этот момент, что нужно именно быстренько все сделать до того, как наши пэцики ливнут, а то забагуются и придется пользоваться камнем. Но, к счастью, камнем, воспользовавшись, можно переиграть и не застрянете на месте. Хоть в этом этот пиратский сервачок помог игрокам, что можно как бы баг переиграть. Маев, песня теней, пленила владыку Иллидана и нас, а теперь будет просить о помощи. Мы бы уже давно уничтожили легион, если бы не вы, говнюки. Стражи стоят на посту. Пылающий легион захватил казематы, и большинство моих стражей убиты, поэтому я освободила тебя. Никто не умеет убивать демонов лучше, чем ты, Скверныч. Захватчики направляются к гробнице Иллидана. Мы должны действовать заодно, если хотим остановить легион. Наша последняя надежда. Стражница Маев, песнь теней, стоит у открытой двери вашей камеры. Командующая стражей только что сняла с вас кандалы. Вы слышите далекий шум битвы. В воздухе противно пахнет горящей серой. Верный знак присутствия демонов Пылающего Легиона. Поговорите с Маев. До скорой встречи. Наша последняя надежда. 15 тысяч опыта? Ты чё, смеешься? Так, наша последняя надежда. Еще раз. Пылающий легион захватил казематы. Мне больно говорить это, но все пропало. Наша последняя надежда – это ты. Поверь мне, я совсем не хотела просить тебя об этом. Но, похоже, у меня нет выбора. Помоги мне, охотник на демонов, и я дарую тебе свободу. Будь начеку. Я тебя сейчас убью, блин, какая свобода, ты мне тут сколько лет держала. Столько дополнений, блин. БК. Ну, в конце БК, да, все началось. Потом, что там дальше было? А, Лич Кинг. Короля Лича без меня, блин, убили.
потом, что там, этот, как его, ну, с драконом фигня. Постоянно почему-то забываю слово, название этого дополнения. Ой. Потом этот, блин, Дренор, блин, пропустил. Сколько лет я тут сидел, дура. Ты мне откроешь дверь? А, рычажок надо нажать. Чё? Ну, открывай, блин, дверь. Нихера не понял. Опять баги? Я уже хочу просто выбраться. Я уже не хочу на сюжет смотреть. Ребятки. А, может, надо взять клинки где-то? А, да-да-да, точно. Извините. Гравированный скверный боевой клинок. Раз, и он фиолетовый. Вау. А этот у нас... Не, у этого урона побольше. А не, у этого побольше. Ну, пофиг. Не имеет значения. Но это не те клинки, которые у меня были изначально. Что за говно мне дала? Слушаю. Наша последняя надежда. Хорошо, несмотря на то, что ты много лет провел в стазисе, твои чувства не притупились. Маев с осторожностью смотрит на ваше оружие. У меня мышцы уже атрофировались. И в башке вон крутится что-то над башкой. Только попробуй поднять руку на меня, охотник на демонов, и ты узнаешь, почему именно я была стражницей, охотницей твоего хозяина. Стражницей охранявшей твоего клячок. Извиняюсь. Начинается проблема с чтением. Поэтому я про Story Line вспомнил. В одиночку нам не выбраться из казематов. Двое твоих союзников, Каин, Ярость Солнца и Атруис Страдалис, заточены в этой камере. Освободи их как можно скорее. Их помощь нам очень пригодится. Моя служба продолжается. И еще... А, нет, уже все. Освобождаем. Сколько же лет я провел в этой камере? Даже камеры не ломаются. Баги. Хорошо, что я Легион прошел на офи. Ребятки. А тут кто сидит? Рогатый кто-то. Видимо, не наш человек. Почему Алтруист на свободе? Он... Я свободен. Это было давно. Как такое возможно? Я все еще верю в наше дело. Так, мне пипец. Но уже никому слепо не подчиняюсь. Даже Элидану. А, Алтруис это говорил, да? Он не подчиняется Элидану? Ты что, охренел? Ты охренел? Говнюк. Элидан наш батя. Так, блин, мне не нравится эта крутящаяся фигня над башкой, надеюсь, она пройдет. Если не пройдет, то будем заканчивать серию и в следующей серии продолжим. Я попробую перезагрузиться. Хотя, не, я и так попробую на видосе. Зачем Маев освобождать нас? Причина может быть только одна. Легион вернулся. Да, Легион вернулся. А может, разбогусь, когда начну убивать этих засранцев. Квестик. Да, я тебя вижу. Что тебе надо? В какой-то момент я понял, что не могу следовать за Элиданом. Он поддался демонической порче и стал превращаться в одного из своих заклятых врагов. Неправда, Элидан всегда боролся с Легионом. Он гонит, ребят, не слушайте его. Влияние скверны. После стольких лет заключения мы очень слабы. Казематы кишат демонами. Убей их и собери их души, чтобы восполнить силы. Поглотите 100 единиц энергии бывших демонов. Вопросы подождут. Ой, ну, демон. Сейчас нужно убивать демонов. Каин. Владыка Илидан направляет нас. Меня смущают мотивы Алтруиса. Алтруист, блин. Альтруист. Алтруис. Алтрусис. Но пока что мы преследуем одну цель. Выбраться из этой темницы. Возвращение Илидари. Наши силы слишком
не равны. Нам понадобится больше союзников, если мы хотим выбраться отсюда целыми и невредимыми. Освободи Иллидари, заточенных в камерах этого блока. Все они помогут нам покинуть это место живыми. Демоны хотят уничтожить этот мир. Мы должны освободить наших союзников. А я голым должен быть? Не, не должен. Я то надеваю, или у меня есть какие-то дубликаты? Не, я вроде в одежде. Да? Да, я вроде как в одежде. Но этого не видно. Ну ладно. У меня все еще вертится над башкой всякая фигня. Ладно, надо перебить, а то я в игре. Нужно подойти поближе. А, семерочка. Давай, бомбанем. Не могу достать. Сейчас перезагрузимся. Это баг. Нужно подойти поближе. Смотрите, твари. Слишком далеко. Не, доделаем вот эти 100 душ и тогда... Я не хочу, чтобы заново началось. Да я, блин, во сне вас всех делаю. Что вы за демоны такие? Видите, блин, сплю и демонов херачу. Изи. Не могу достать. Дай подберу это. Ой, что это? Умры. Ломаем. А, это нельзя. Нельзя сломать. Почему? Это сделаем. Так, ну что, я не в игре сейчас в данный момент. Выход. Дайте я покурю немного. Посижу, покурю. А то что-то сон клонит. Кстати, блин, подождите. Дроп интересный. Что за дроп у них? А, ничего интересного. Ладно, еще раз. 20 секунд, блин, ждать. Вы пока повоюете, а я тут постою. О, разбаговалось. Прекрасно. Великолепно. Так, надо кого-то освобождать. А кого тут можно освободить? Тебя нельзя. Понимаю. Нужно подойти. Наверное, понял. Куда идти? На радар надо смотреть. Вон точечка на радаре. Или на куда? Да убейте вы этого засранца. Лекарь. Повелитель гнева лекарь. Это босс. Это босс молокосос. Ковыряйте вы засранца. Тоже ковыряем. Выбрать цель. А, дроп надо забрать, это же звезданутый. Поводка Лекаса. Да блин. Отвлекают эти мобы. Поводка
Калекаса. А, при критическому удару. Ну, мы наденем. Ловкости 210. А там только... При атаках ваша ловкость может повыситься на 2000. Хорошо, ловкость — это хорошо. Простите, я с вами... А, это сдача задания, видимо. Нужно подойти поближе. Блин, у меня сейчас загадка. Да я собаку хоть что убью. Подлечиться надо. Блин, я не понял, кого освободить и что зарабить. Так, ладно, вы пока деретесь, я тут обойду. Как-то надо освободить. Ну-ка еще раз. Освобожден. Наши силы слишком неравны. Нам понадобятся. Все они помогут нам покинуть место. Но они должны вот как-то здесь освобождаться. А, вот, стоп. Вижу. Хватит меня станить. Блюд. Слишком далеко. Помогайте, блин! Мне нужна цель. Так, открываем. Хорош, один есть. Так, вон еще, наверное, один, да? Отлично. Я вижу, что убедить тебя невозможно. Тогда я ухожу. Кто уходит? Смотри, не раздели судьбу Иллидана. Что? Что ты несешь? У него уже глюки начались. Я еще решение не принял. С тобой идти или не с тобой? Это алтруист у нас. Говорил вроде как. Слишком далеко. Слишком далеко, слишком близко. Вперед воевать. За родину. О! Я что-то нашел. Фрагменты кристалла скверны. Используйте раскрошить кристаллы, чтобы получить возможность с некоторой вероятностью нанести дополнительный урон от огня при атаках, а также повысить скорость передвижения на 10% в течение 10 мин. Можно использовать только в Мордуме и в казематах стражей. Ясненько. Так, тут освободили, можно еще раз. Не, нельзя. Еще раз. Туда я не запрыгнул, да? Ай-яй-яй, почти. Почти. Силёнок крылышка не хапает. Не хватает. О, здрасте. А, это Лагос опять этот, или как его там? Лекас. Это Лекас. Но он больше не звезданутый, с него уже не драпанется какая-нибудь плюшечка. Так, 6 есть, где еще? Вот это, наверное.
Так, 7 есть. Где еще? Оглядываю. А, там я выбил. Где еще, блин? Можно эту взять. Нафиг пошел. Блин, надо туда подниматься. Я тут пройду. Я не буду вас отвлекать. Деритесь. Блин, а упал. Как так? Есть. Пацаны, я к вам. Хлопчики. Вот так вот. Как я быстренько разобрался? Слишком далеко. Так, нам туда теперь. Да? Да, отлично. Все, валим отсюда. Освободили Элидари. Бежим, хлопцы. Вот это у них казематы, блин. Угу. Новый квестик. Гул'дан не мог сам сюда пробраться. Кто-то из стражей предал меня. О, мне хорошо знакомо это чувство. Чувство предательства. Ладно. Наверное, ребятки, здесь и закончу. Слишком много багов было, на которые мы потратили времени. Видос уже, наверное, длинненький, более-менее. Продолжим выбираться из каземат стражи или как их там. Вот. Но Гул'дан, видимо, туда уже пробрался. Узнаем об этом в начале следующей серии. Обязательно поставьте лайкосик, чтобы я чаще ролики снимал. Подпишитесь и прокомментируйте. Обязательно подпишитесь, само собой. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.